Всем привет! Всем привет! Мы приехали в торговый центр, идем в магазин Лего за покупками. Конструктор будем покупать. Ну что, пошли? Конечно, идем. Вот он, магазин Лего. Прикольные такие человечки. Star Wars. Вот Человека-паука вот этого возьмем. Угу. Посередине здания, там ремонт дороги можно придумать. Здесь даже пляж есть. Такой. Он тоже по размерам, как вот этот вот. Вот этот в уборке проще. У него материал здесь другой, то есть влажной тряпкой просто протирайте. Этот тканевый. Дим, давай вот такую возьмем машину. Ну! Возьмем? Возьмем, да? Дима выбрал себе автомобиль. Покажи, что у тебя есть. Он нажимается. Шериф, шериф, подвези. Нашли, приехал. Гонщик Дима. Куда едешь? Мы едем в детский мир. Там полиция. Шериф, все в городе спокойно, да? Посылочка. Паркуемся. Припарковали автомобиль. Вот Дима вышел с покупками из торгового центра. Мы купили Лего ему. Да.
Да. Дальше в следующих видео мы их распакуем, откроем, соберем. Смотри, вот оно. Смотрите, лего. Какое лего. Да, мы потом покажем, что мы купили. Дима довольный, молодец. Да. Выбрал игрушки себе. И поехали мы домой. Всем спасибо за просмотр. Так, пока, бабушка, но пока-пока. Пока-пока.